Первенство Европы планируют провести в Сочи в начале февраля на базе арены «Айсберг». Ожидается около 2000 участников из нескольких десятков стран. Это крупнейшее событие в мире спорта, тем более, что карате не так давно признан олимпийским видом. Как говорят во Всемирной федерации карате, город Сочи идеально подходит для проведения подобных соревнований. Я впервые в Сочи. Я знаю, что здесь успешно провели Олимпийские игры. Я приехал только вчера вечером, но мы уже успели осмотреть спортивный дворец «Айсберг», где планируем провести первенство. Я очень доволен. Нет никаких сомнений, что здесь мы проведем наш лучший чемпионат юниоров и кадетов. Кроме того, в течение лета Сочи примет еще ряд крупных мероприятий. В июле на курорте пройдет турецкий античный фестиваль и шоу «Огни Анатолии», физкультурно-спортивный мероприятие «Гонка героев». В августе шоу олимпийских чемпионов «Рождение звезды», а также автомобильный фестиваль «Зажигание-2017». В его рамках состоятся гонки на Сочи-автодроме, а также пройдет автомобильный квест на ретро-автомобилях. Для чего мы это делаем? Ну, в первую очередь мы поднимаем еще раз свой имидж, имидж города Сочи, и привлекаем тем самым большее количество туристов. Поэтому мы проводим организационные комитеты еженедельно, на которых обсуждаем все административные вопросы, связанные с проведением того или иного события. У нас в этом году еще планируется достаточно большое количество и российских, и международных мероприятий. И, конечно, одно из самых крупных – это фестиваль молодежи и студентов, который пройдет у нас уже в октябре этого года.